Привет! У нас сегодня предположитель, но должен закончиться наш водяной DLC Besiege, потому что мы прошли практически все, у нас осталось 5 уровней, что сможем, да, сегодня забороть их? Смотри, у нас вот, видишь, обновлено новое, очень странные у них пометки. Мы остановились, мы прошли ворота в прошлый раз, проехали, да, у нас такой спринт был нехилый. И теперь у нас миссия называется «Зубастая пещера», мы ее посмотрели, там на нас плыла большая куча акул. Видишь, сколько акул, да? Интересно, они опасны? Берем наши подводные машины. Ну, в смысле, машины, подводные корабли. Вот у нас вот такой. Так мало построил. Всю игру прошел. Вот это вот все, чем я прошел. Ну да, были еще всякие дополнительные штуковины. Вот камера у меня уже нацелена. Нам говорят, украдите и доставьте сокровище. То есть, вон лежит сокровище, да, скорее всего, куда нас направляют. И нам надо это доставить. Так, что нам могут сказать акулы? У нас очень хорошо управляется корабль. Смотри его, как отбалансировал. Он просто идеально. Акула. Акула, тебе что надо? Я что же акула? У меня машина ее назвала акулой. Ну как мог, так и написал слово акула. Так, ну, нам надо, во-первых, примагнитить вот этот вот кувшин, получается, да? Ну, естественно, здесь разрезала винтами акулу. Резвился молодой дельфин, его привлек идущий лайнер. Но вот беда, попал под винт и сразу был смертельно ранен. Давайте мы ему на низ прилепим... Прилепим мы ему магнит вот на низ прилепим. Даже настраивать не буду. Кнопка V отпускать, это я помню. И поедем просто вот туда вот в нагляк. Акулы, акула об винты поранятся. То есть я их не боюсь вообще. Во, смотри, прицепил. Прицепил кувшин. А кувшин меня к земле прижал. А он, смотри, он его волком... Ну-ка, подожди, кнопка подъем. Так, не грызите мне мой корабль, акулы. Если хотите, плывите со мной. Ну, не надо меня, пожалуйста, грызть. Я вас потом накормлю. Так, это стоит. У нас будет... О, нифига себе. Не, ну корабль не ломается. Акулы разлетаются. На какие-то слабые акулы. И победа. Победа, это все, что надо было. Давай, грызи, грызи, смотри. Вцепился в рули. Давай, укуси винт. Я сейчас нажму. Давай. Опа, сейчас перемолотить. Сейчас я вам сейчас покажу, как делаются консервы. Ладно, поехали в следующий уровень. Прожорливая напасть. Убейте острозубов. Острозубы, это надо полагать, вот эти вот... Все акулы, смотри, белая акула спереди. Ну-ка, белая акула, иди сюда. Это самая крепкая. Вот эти сейчас погрызут. Вот эти сейчас меня разберут на запчасти. Ну-ка, но у меня, видишь, у меня нету средств устранения никаких, а шипами их много тут. Ну вот я нанизываю их, как эту, как она, вобля. Смотри, погрызли, отломали мне даже куски какие-то, а? Ну, а я никому вреда не причинил. И вот, смотри, был один корабль, стало много. Так, тогда знаешь, мы что с вами сделаем сейчас? Мы с вами сейчас весь корабль облепим. Ну, вот так вот, например, мы сделаем, да? Акулам будет вкуснее, надеюсь. Но сейчас мне корабль будет тяжелее. Мы вот так, мы еще с боков поставим. А, это, вот наша акула тогда перевернется, и тогда я никому ничего не скажу. Вот так вот еще прилеплю. А что, нельзя как-то так, чтобы вот их две сразу влезли? Ой, да пофиг пусть. Ну, все равно. Если эти акулы и так помирали от винтов, вот этого они тем более, наверное, помрут. Только, наверное, надо будет добавить... Да, надо мощности мотором добавить. Вот теперь я вижу, что они... Ну, вот эта белая акула, она суровая. Всех собрать? Смотри. Прижаться, лечь на пузо, и пускай они в мой корабль вот так вот приплывают все, да. Вот эта белая особенно, она, смотри, она танцует, белая акула танцует. Ее крутит, она только цепляет эти штуки, смотри, ее заворачивает. О. Да ни хрена ты борзая, алло. Ты что творишь-то? Ну, сейчас, наверное, если ее все-таки переработать, эту акулу, в фарш, то, наверное, сразу много очков. Вообще, мне весь корабль разобрали. Вот дикая акула, ты что творишь-то? Надо больше мощности, чтобы, знаешь, когда приземлился на пол, еще и подняться можно было. Все, разобрало, сразу вижу, сколько добавилось, но я остальных не забью. А что вы ко мне не плывете, пожалуйста? Пожалуйте, да, винтам, на фарш, в наш магазин. Я даже не знаю, в каком месте сил добавить. Ну давай вот такую фигню еще воткнем. Вау, улетело, смотри. А, у меня проблема в том, что у меня ничто не привязано вот к основному кубику. Сейчас мы... Паука сделаем такого. Блин, она тяжелая станет. Амфибия-то моя. Давай, сделаем. Мне кажется, должно держать. Просто видишь, все улетело. Газуя, она не крутится. Газуя не крутится.
ну не знаю, быстрее, что ли, как-то на посадку идти. Ну, маленькие акулы, они сразу разбираются, с ними проблем как бы нету. Вот большая вот эта вот. Вот этих их сейчас нашинкуют. Это все, это фарш, это гастроном полный у нас консервы. Уже одна, смотри, застряла там. Сейчас рулями управления я ее прижму, придавлю, селедка гребаная. Смотри, разваливается корабль-то мой. Вот она уже вся в соплях, она уже вся в кровище, все равно лезет. Видишь, что делаю? Она все... Давай хоть маленьких нарежем побольше тогда. Вон он не всплывает, мне надо больше мощности. Больше мощности надо моим поплавкам. Давай, грызи. Ну смотри, ну куда ты? Вот зараза какая, а? Она грызет и ломает. Какая эффективная акула. Все, нарезали акулу. Осталось-то всего там пару... А нечем. Нечем, у меня все умерли. Можно, конечно, подождать. Они подплывут, они об что-нибудь заделают. Вот я управляю вот этим вот одним куском, что ли, получается. Маленьким кусочком. Я двигаться не могу. А, во, могу еще двигаться даже. Во, смотри. Ну-ка, акулята. Baby shark, ту-ту-ту-ту-ту, baby shark. Как всплыть-то? Давай, укуси. Укуси за бочку, не стесняйся. Вот смотри, я вверх давлю, а сил не хватает поднять. Вот так вот можно. Во-во-во-во-во-во. Шевелиться надо. Это видишь, это как на рыбалке. Надо шевелиться просто. Тогда они начинают реагировать. Да-да-да-да-да-да. Здесь рыбешка. Вот еще штуки три. Сейчас замолотим. Сейчас, вон у меня еще там кусок летает, если что, он охраняет. Вот еще одну, хотя бы две или сколько. Вот эту вот, на тебе. Выжила скотина. Давай. Сюда, ко мне. Вот, наживка же. Это самая вкуснотища. Давайте, подходите. Но они маленькие, за них что-то мало так дают, блин. Вот это белая, она... Так, вот, все. Рыбы наловили, консерв накрутили. Эх, государство голодными останется. Бастилия Драскара. Поднимите решетку. Надо крутить колесо. Надо крутить вон то вот колесо. Но не этим крутить. Сразу мне какая в голову попадает идея. Ой, как тяжело поднимается. Мы же тут можем-то. Мы же в воде находимся. Мы можем сделать прям из самого нашей вот этой акулы. Сделать можем прям рычаг целый. Сейчас мы все с нее снимем вот это вот. Уровень, если мирный, да? Как бы нас никто царапать и кусать не будет. Знаешь, мы как делаем? Сейчас тебе покажу. Вот, и мы возьмем вот эти вот присоски. Не будем даже настраивать, вот так вот их прям поставим. Так, затем мы пойдем купим еще вот такую хрень. У нас она работает. Нам ее надо как настроить по-другому. Вверх-вниз надо ей сделать. Смотри, как делаем настройка. Допустим, вниз это P, вверх это O. То есть, когда мы поплывем, да, мы поплывем, мы нажмем так O, P. А что, не понял, я его не настроил? А, пробил. О. Мы возьмем, нажмем так О. И будем крутить, понял? О, а как я буду крутить? Смотри, она ее просто отталкивает. Хорошо, это не проблема. Тогда мы поставим еще одну. И еще одну понаставил. Она у нас будет крутиться. Но помимо того, что она будет крутиться, она еще будет на полной мощности крутиться. Она будет работать P и O. Мы сохраняем, копируем на эту, вставляем. Это у нас будет работать наоборот. Здесь не P и O, а... Не О и П, а П и О. Тоже крутится на всю мощь. Копируем. Вставляем. Воткнули. Все. Смотри. Нажимаем О. Ну все. У нас просто... У нас готов этот как флюгер. Теперь нам надо просто аккуратно подплыть и присосаться к... этой штуке. Но корабль у меня... Да, относительно... Вот эта вот смена ракурса, она меня сейчас собьет с толку. Я как-то кнопку там настраивал, я уже забыл, что я настраивал. Так, спускайся. Вниз не всплывай. Переотплыл больше, чем надо, короче. Вот. Вот так вот мы сейчас выпрямимся. Вот я жму подниматься кнопку. Он чуть не очень поднимается. Что-то у меня с развесовкой. Странности какие-то. Мы подплывем, мы сейчас просто присосемся. Желательно по центру где-то. Опа, все, прилип. Двумя присосками прилип или одной. Не важно, сколько бы ни было. И вот сейчас мы попробуем, о, крутить колесо. А там, смотри, там кракен сидит. Осьминог этот, видишь, там сидит. Смотри, кручу колесо, кручу. Получается, растет полоска. А сейчас из-за меня она вот тут вылезет. Полоска растет.
кракен какой там сидит страшный. Так, а как я что-то забыл, как... Во! Ну, красота же, а! Красота, ну на превью сразу вот пойдет. Я тут даже такой... Значок ему еще в лоб. Все, ожил. Так, и что, ты опасный? Что ты мне сделаешь? Я даже поплаваю. Или он мой друг? Кракен, ты мой друг или не очень? Ну, допустим, ползает. Ладно, пусть ползает. Поехали дальше. Крепость Солтрок. Уничтожь те 70% всех объектов. Это вот город надо уничтожать. Это вот корабль. Но здесь уже вот это не прокатит, фигня. Потому что корабль здесь явно будет более бронированный, чем тот, который мы, помнишь, ткнули, а он это, он сразу тут. Я к нему могу присосаться присосками. Я могу ему, при траекторию поменять. Я могу его утащить куда-то в сторону. Нет. Здесь я, наверное, поплыву по воздуху, потому что я не хочу делать амфибию, которая из воды выйдет, поедет, там крепость сломает, какие-то катапульты строит на плавающей херне, которая болтается. Нет, мы сейчас... Ну да, я его отворачиваю, но я его... О, давай, под воду пошел. Под воду пошел, я еще, о, нажму туда, чтобы там зачерпнуло, прикинь, его под воду затянуть. Ну-ка, может, смогу? Прикинь, смогу. Еще и о нажму. И вниз. Давай, я тебя от острова утащил, все. О, смотри, потащил под воду. Я еще хуже кракена какого-нибудь. Видишь, что делаю? А он не тонет, здесь потому что так не заскриптовано, его взорвать надо, скорее всего. А он все, он уже готов. Ну все, он уже захлебнул. Не пойдет. Так, тогда, ладно, эту машину мы... Ты что я сохраняю, что я сделаю? Я ничего такого не сделал. Тогда мы возьмем нашу вот эту летательную штуку. Мы на нее традиционно... Я, видишь, я не сохранил свою любимую конфигурацию. Мы вот это все уберем сейчас. Мы из-под низа ему. Магнит 1, магнит 2. Напротив, магнит 3, магнит 4. И, естественно, прилепим на него 1, 2, 3, 4. Все, и нам остается только назначить кнопки. Кнопки у меня традиционно назначаются так. R. Вот это R. Вот это вот нижняя кнопка F. Это кнопка T. Это кнопка G. Все. Теоретически, давай попробуем взорвать сперва... Вот что-то у меня проводов. Не было никогда так. Теоретически попробуем сперва взорвать, допустим, остров. У нас 4 сброса гранат есть. Ой, как я камеру далеко отдалил. Ой, они меня сейчас так взорвут, всплывать же надо. Ой, взлетать же надо. Ну, вот, допустим, взлетаем. Сейчас... Спасибо. Взлетать надо сразу, а не потом. И сейчас надо просто как-то РТ вот это вот просто правильно кидать. Есть у них какие-то взрывающиеся объекты внизу там, чтобы я так... Опа, им туда. Бабах! И ничего не убавилось. Т. Так, летим спокойно. Без нервов. Пушки не достают. Где-то... Спокойно вы там, вы что делаете? О, смотри, сколько... Я им все сломал сразу. Так, ладно, у меня осталось 3 гранаты. Это, скорее всего, их надо потратить будет вот на корабль. А как мне попасть в корабль? Он же бегает. А я в пространстве-то теряюсь. У меня что-то, по-моему, еще не все винты работают. Что так далеко-то? Так, вот, камеру приблизили. Будем играть в экшен. Я все прекрасно понимаю, но я бы порекомендовал генеральному директору вот этого проекта, да? Нанять хотя бы какого-нибудь штатного одного нарколога. Ты понимаешь, генеральный директор вот этой компании, что они сделали тебе тут? Они назначили... Генеральный директор. Они назначили кнопки базового управления под ту же руку, которую управляешь камерой. Это сумасшедшие или кто это они у тебя там? Кто у тебя работает? Что, о чем они думают? Ты порно-журналы у них отбирай в рабочее время, потому что ты такой херней заниматься, ну как это можно-то вообще? Сейчас вот не попадет, смотри, я ровно над кораблем. Так, граната попала в мачту. Пушку, естественно, не снесла. Корабль уничтожить гранатой невозможно, да, скорее всего, он, наверное, какой-нибудь бронированный. Чего мне тут добивать-то теперь? Подлететь к нему сейчас тоже хер получится. Это надо из-под воды, а из-под воды его тоже хер утопишь. Или навстречу кораблю поплыть. Может, он там сам как-нибудь сломается. Если что, это уже не вторая, не третья попытка. Я бомблю. Здесь столько маразмов. Гранаты облетают корабль, например. Есть такая тема. Ты подлетаешь, скидываешь прямо на него. А она облетает. Корабль не тонет. Нет, этот гранат, он не уничтожается. То есть, ну, какого хера? Ну, корабли, что ли? Вы когда видели, чтобы, сбросив на корабль гранату, чтобы корабль от этого утонул? Ну серьезно, она и не попадает никогда по кораблю.
Ох ты, ё-мо, это жесть такая. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как выигрывать этот уровень. Но у меня огнемет еще есть. Давай огнеметом что-нибудь поделаем. Задание сказали, уничтожьте 70% всего, что тут есть. А что я уничтожаю, оно не уничтожается, ничего не засчитывается. Я хрен узнаю, что вам уничтожать-то надо. Вон он сам сейчас все сломает. Вот, взрывает. Да, я даже вам не нужен. Вы сами, я думаю, со всем этим справитесь. Ну, ворота давайте я вам подожгу, уговорили. Я подожгу вам ворота. Они меня сожгли, суки. Я сейчас над ним нахожусь или нет? О, все, меня сейчас взорвут. Ты видел, да? Сейчас я пытаюсь просто бороться с багами. Я сейчас не пытаюсь что-то проходить. Мне надо пройти баги, чтобы игра закончилась, и я больше к ней не вернусь. Нахер не играйте в это говно, вы, пожалуйста. Ты видишь, что они делают? Это вот... Я это даже уже комментировать не хочу. Это просто тихий ужас. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь над кораблем, видишь, мина в него не попадет. Она не попадет по нему. Она в сторону уходит. Видела, она начала в сторону уходить. Так, какую еще мину на него скинуть? Я уже никакие мины скидывать не хочу. Мне уже вот просто неохота, уже это все добило. Как разработчик, верни мне нахрен деньги за игру, забери ее ты обратно, а. Пожалуйста, это говно, я не хочу, я бы не стал на это деньги тратить. Утонешь? Кораблик, утони, пожалуйста. Ну уйди под воду. Ну не плавай здесь, уйди. Ну ты уже набрал полную каюту. Ну уйди отсюда. Ну не мельтеши, пожалуйста. У меня опять одна мина осталась. А я даже не знаю, что там можно взорвать. Там ничего не взорвется, там ничего не сломается. Ну смотри, я к ним подлечу. Я им сейчас вот прям отдам эту мину. Вот прям вот, нате, доставка вам на дом, пожалуйста. Я хоть над ними надо, чтобы еще быть. Надо же камеру еще повернуть. Вон они что делают. Забирайте. Еще один кто-нибудь умрите, пожалуйста. Кто-нибудь один умрите. Ну просто умрите, и все, забор сломайся один. Это просто ужас был. Я не знаю, тут последний уровень остался. Буду я его проходить, не буду, я не знаю. Это издевательство какое-то. Ненасытная бездна. Убейте чудовище. Ну понятно, что вот эти вот мы ничего не сделаем, да? Потому что бот, ну хотя смотри, сразу отнял. Надо щупальца молотить. Улететь, убежать от него не смогу, и закидать его минами я тоже не смогу. Не успею, он будет доставать в любом случае. Хорошо, я сейчас построю совершенно независимую отдельную технику. Просто это будет большая машина, которая будет плавать, и об которую вот это вот кракен, вот этот, который под водой сидит, он будет просто раниться об него. Он просто будет как подранок, я не знаю, сейчас построю. Строю более-менее симметричный каркас для начала. Затем мы делаем ему еще пространство вот такое, вверх его подымем, и мы сделаем его рамкой. Все эти штуки мы соединим. То есть это каркас безопасности, потому что вот этих вот щупальцев много, а нам надо, чтобы техника двигалась, и техника, она приносила ему урон постоянно и не один раз. Так, теперь мы ему должны создать какие-то плавательные элементы. Мы ему поставим бочки где-нибудь вот тут внутри. Причем, знаешь, надо как сделать? Чтобы бочки были внутри, и он не мог их слишком рано повредить. Ты, давай отодвинем, чтобы посимметричнее было. И здесь нам еще неплохо было бы сделать какие-то моторы, которые бы приводили эту конструкцию в движение. Но, нам надо все это дело еще сильнее укрепить. Не хрюкай там, не хрюкай. Ты слышишь, он хрюкает. Вот так вот сделаем, смотри. Вот здесь у нас в этих бочках будут зарыты наши какие-то механизмы управления. Например, сделаем ему, чтобы он... Куда он поплывет у нас? Щупальца в разнобой все. Вот так вот, раз, два. Три. То есть вперед-назад у нас вот эта штука уже будет плавать. Теперь нам нужно придать ему какой-то прочности. Например, вот так вот прям возьмем и в наглую свяжем. Блин, я хотел как-то, чтобы и сбоку, и сверху, и спереди одновременно все было. Это надо все связать, он сломает. Сверху мы ему наделаем оружие, мы ему наделаем вот таких вот ему винтов, нахерачим. Пускай он обнимает ее как хочет. Блин, что-то я, по-моему, сильно большую. Надо было машину делать меньше, более скрупулезно. Она слишком большая машина, и он ее
Может, пораниться, сейчас увидим. Здесь боков. Кстати, снизу тоже надо прилепить, наверное, вдруг он ее перевернет. Вообще, эти ножи будут работать, они, может, еще и работать не будут, кстати. И опять надо, все бы вот это вот надо было бы укрепить. Но это я на шару совсем, я наглею, я строю совсем неаккуратно. Но в целом, да, вот такую вот штуковину всяким кракеном трогать как бы не стоит. Давай посмотрим, что он с ней сделает. Бросаем в воду. Он, опа, опа, и он ее разлом. Все, клешни полетели. Смотри, от него уже клешни отлетают, но недостаточно. Мы недостаточно прочные, но полжизни мы у него отняли. Значит, просто продолжаем увеличивать наше извращение. Ну вот, облепил тачку довольно грубо. Я не знаю, в какую сторону он у меня вообще едет. У меня движение же у него даже как, вот так вот он двигается. Я не знаю, что это такое получилось. Но я могу двигать эту машину. Но оно, видишь, оно ее сразу ломает. И поворачивать я не могу. Но отлетают, шупальцы отлетают. Он ее разобрал. А, знаешь, в чем вся проблема? У меня нет абсолютно никаких жесткостей. Я просто построил деревянный каркас. Но работать с камерой, конечно, максимально неприятно. Надо было еще направления дать какие-то. В принципе, отрезать-то он что-нибудь отрежет. Типа винтов много, но его сломают быстро, потому что громоздкая слишком конструкция. Перевернулась, так, еще покусай, еще переверните разок. Давай-давай, оп, оп. Конструкция громоздкая, но она не очень прочная, как бы. Смотря как ударит, кстати, тут от случая к случаю. И непонятно, как, куда я что плыву. Так, смотри, клешни-то отваливаются потихоньку. Вот которые вот уже позеленели, они уже как будто бы они и бить не хотят. Вон где он свежий, к свежим поплыл. Ты просто задень вот так вот клешню туда, раз так, и все, мы тебе ее отрежем, лишнюю твою, раз ты ей так не дорожил, вот, давай вот это вот еще последнее, вот, отпало. Ударь, пожалуйста, я не умею крутить вправо, рулить влево, я умею плавать только вперед и назад. Вот как мне вот сейчас к ней подплыть, у меня еще плавает мой корабль, что-то ты что разваливаешься, подожди, мы почти уровень победили, мы почти игру прошли. Я не сделал поворота, чтобы машина могла поворачивать. Давай, давай сам. Сам плыви сюда. Волны, пожалуйста, поверните меня. И волны не поворачивают. Вообще со мной никто... Вот. Давай. Вот, он повернул меня почти. Я сейчас отплыву. Я вот так вот направлю на них. Если меня волны завернут к ним, а они меня отвернут от них, а пусть отворачивает, я потом задом подплыву. Вот эти вот винтящиеся штуки, они тоже должны, мне кажется, меня поворачивать. По сути, мне осталось только немножко кого-то вот потрогать тут, и все. Мне здесь не обязательно все вот эти клешни упарывать. Кракен, все, кракен, сейчас мы пойдем с тобой спать, я надеюсь. Если он сейчас не отвернется от них. Вот они, видишь, они уже как-то активность не проявляют, они уже закисли. А он тут вообще свежий совсем вдали стоит. Ты охренел там свежим стоять? Давай. Вот прям взял и надрезал. Вот он хрюкает. Клешня хрюкает. Клешня. Если хрюкаешь, значит, мы все делаем правильно. Лети сюда. Мы тебя отпилим. Все. Осталось просто задеть еще одну. Просто задеть. Все, ничего не надо делать. Просто задеть. И игра пройдена. Последний штрих. Блин, ну этот уровень еще... Ладно, с этим кракеном тут построил какую-то хренотень. Но тот предыдущий это... Ну вообще-то надо было какую-то в натуре амфибию проще построить. Так все? Лишняя. Уходишь? Ушла. Остров уничтожен. Все, следующий остров. Нас призывают пройтись на следующий остров. Но следующего острова, скорее всего, нет. Естественно, нам включают субтитры, сообщая о том, что мы прошли еще и дополнение. То есть Besiege у нас получается полностью вроде. Ни хрена я сколько времени потратил. Ну, как это сейчас я отрезать и вымонтировать буду? Кошмар какой. Вот, Besiege у нас готов, да, невзирая на баги. А я вырезал все. Я вырезал. Там попыток было миллион. Я все вырезал. Вы никаких матов там, скорее всего, не услышите. А может, услышите, пропущу что-то. Ну и хрен с ним. Вот. Спасибо, что пришли, что просидели со мной весь Besiege от начала до конца всей серии. Их было не очень много, кстати. Вот, спасибо, что написали комментарии, поставили лайк. Друг другу, ответили на комментарии друг другу. Вот, а я на этом заканчиваю. Интересно, может, ничего больше не будет? Нет уже. А я на этом все. Я пошел. До скорого.